Всем привет, мы на канале Мистер Елисей. И Никита Иксуан. Мы сегодня играем... Это наше первое видео с моим другом. Так вот, и мы сегодня будем играть в острова. Ты надо выжить, там осьминог должен... Осьминог там, короче, кусает остров. И вот мне плащ. Так, круто. Ну, пока ждать. Тут есть три способности. Спейсшип. Может, спейсшип это переводится летящая тарелочка. Ну да, это она за Роблокс. Да, блин. А вот это вот можно становиться невидимым. Ой, я знаю, я все равно вижу тебя. Ну, это ты, а другие не увидят меня, правда. Вот здесь надо попасть. Вот это вот нельзя, и вот это нельзя. Ну, блин. И вот это тоже нельзя. Телепорт, да. Вот это вот можно. Ну, вот это. О, мой любимый. Да, я хотел вот это вот взять. Сейчас надо это вот взять. Парашют? Да, парашют, он взлетает. Сейчас они играют, потом мы. А где? Вот. Нифига себе. А вот здесь кто первый? Розовый. Ребят, смотрите, какой розовый. Что это за кислота там была? Смотрите, ребят, розовый человечек. Да, на первом месте. Да, это какой-то парень розовый. И где этот парень? Я его не вижу. Вот он. Ой, наконец-то мы сейчас будем. Меня здесь нет, потому что я не участвовал. А вот сейчас я буду участвовать. Давай. Наконец-то. И где этот осьминожек? Ура! Сейчас, вон, видишь? Все, мы сейчас отправляемся. Все. Сейчас будут все острова. Мы должны выжить. Там есть места. До 15. Ну, или больше. А здесь куда? О, как он использует? Что за НЛО? Это он убивает. Ты не представляешь, он может человек сюда и умирает. Он осьминог. Опа, нифига себе. Девочка. Девочка, отойди, пожалуйста. Ой, у него есть суперскорость. У меня тоже есть, смотри. Это суперскорость. Блин, она ракету украла. Это кто? Это что за чертик такой титановый? Не знаю, что. Приветики. Смотри. Это Кинг-Конг. Кукусики. О, я хочу вот на эту. Откуда у тебя способность? На блоке надо прыгать или что? Ну, да, потому что ты так не боишься, что меня спинок съест. А здесь надо выжить. Или вулкан поднимется. Здесь вулкан. А это первый уровень? Какой уровень? Это у меня 30-й. Блин, надо бомбу передать. Уровень? Надо а сколько всего уровней здесь? Здесь много уровней? Да. Сколько в этой игре уровней вообще? Все, я взорвалась. Нет. Не повезло. О, меч. Да. Я не передал бомбу, надо передавать. И что за девка там? Все, а где... Это как уровень называется? Классик? По-моему, классик. Если раунд. Я играл... Реджойн. Раунд я играл классик. Уже... Я еще просто я играл давно, ребята. И у меня 13 уровень. То есть 30. 30? Да, 30. Вон. А сколько всего, я говорю, уровней тут? Ну, я не знаю. Я не... Может, что-нибудь купить? Чушь, я ничего не покупаю. Сейчас надо что-нибудь купить. Так, куплю скорость побольше. Вот так. А может, мечей больше? А мечей, они... Мечи, они... Они за деньги. За робокс. Хочу вот это. Ура, у меня сейчас будет... Рубаксы. Вот, а у тебя рубаксы есть? Нет. У меня нет. А как их заработать? Ну, я не знаю. По-моему, покупать их надо. Ага. Да. О, джамбу. А, ребят, напишите в комментариях, вы знаете, как получить рубакс? Вот я лично... О, сердце надо взять. 4 сердца. А, больше нельзя. Ладно. Так. Кстати, ребята, пишите в комментариях, какие игры вам больше нравятся в Роблоксе. Ну да, в Роблоксе. Мне больше нравится Грэнни в Роблоксе. Ну, она как бы не такая уж интересная. Ой, сердце взял вместо нерединки. Ну ты читер. Знаешь почему? Когда ты умираешь, смотри, ты можешь... Смотри, когда тебя чуть-чуть прокасает, у тебя половина жизни. И ты можешь использовать сердце, чтобы у тебя была полная жизнь. Ты, короче, возвращаешь силы. А плащ я получил, я не знаю, как я получил. Я не знаю, я когда первый раз играл,
он сразу у меня появился. У тебя ранг 30 или все платон, ты... Вот, на, ты только одно можно взять, а здесь уже за робокс лист. Я могу вот это взять, например, я выбрал вот это, у меня уже вот это. А вот это можно просто. Мне больше нравится плащ. Ну, короче. Там этот скелетик нарисован. Это что за фигня такая? Что это за груши такие? А я не знаю, что это. Может, какой-то баклажан? Баклажан. Ладно, седан. Баклажан. Кстати, напишите, сейчас мы попросим. Вы знаете песню?